Привет, ребят. Я иду тихо по раннему осеннему лесу. Середина сентября, хотя уже во вторую половину перевалило. Иду тихо, потому что я знаю, что они здесь. Рябчики. Они должны сидеть здесь. Поэтому сейчас я где-нибудь нахожу какое-нибудь бревнышко, присаживаюсь, пью чай, выжидаю, чтобы все успокоилось, и начинаю манить. Время 7:30 утра. Ну, в принципе, сейчас уже так рано, можно и не вставать, не ходить. Сосны. Осинка есть, ельник. Ну, вот тут они живут, традиционно, выводки. Я ходил уже, и ходил не раз, но сидят выводками, ребят. По 3, по 4, с самочками. Даже намека нет на то, чтобы они начинали там делить территории. И уж тем более создавать пары, формировать. Поэтому, что мы сегодня с вами наохотим, непонятно. Ну, какая чага распространяется. Ну, о чаге я вам уже рассказывал неоднократно. Собирай, не хочу. Слишком заглубляться от лесной дороги это я не буду. Да, это та самая моя любимая южная тайга, где мы традиционно с вами каждую осень охотимся на рябчиков и добываем. Так, ну вот что-то бревнышко-то я не вижу. Смотрите, как лучи солнца, да, сквозь ветви деревьев. Туман такой. Вчера прошел сильнейший ливень. Он практически весь день шел. И весь лес сырой, волглый. С деревьев капельки падают. То есть вот слышно даже. Вот и не знаю, грибов-то нет. Поэтому я не рассчитываю на особое количество грибников здесь, чтобы они нас не отвлекали. Сейчас я чуть-чуть еще углублюсь. Ну вот, в принципе, бревнышко нормальное, но больно уж закрыто. Ну, сейчас сядем, успокоимся и будем манить. А может быть, они отсюда уже и разлетелись, и тогда будем думать что-нибудь еще. Ну, в принципе, место так себе, ну ничего, нормально. В принципе, нормально. Сейчас мы куда-нибудь сюда и присядем с вами. Посидим, подождем.
плеча тряпочки. А может, и ушли они отсюда. В начале сентября я вот сюда приходил, три сидела, выводок сидел. Может, и разлетелись. А может, после дождя вот погода, давление. Сейчас давление вверх пошло, поэтому нестабильная погода. Может, расселись где-то. Ну, не знаю, я маню, но ни ответа, ничего. Есть у меня такая идея. Мы туда почему-то ни разу не ходили. То есть я-то ходил два раза всего за железку в дикие дебри. Ну, как дикие, там тоже есть лесные дорожки, тропинки. Но за железку, вот ту часть леса я не изучал. Может быть, там попробовать. Идти туда прилично. Километров 8, наверное. Не так много, но дойдем. А попутно буду идти, манить. Но если где-то ответит, пойду по противопожарному разрыву. Их здесь прокопали. Глаза сухо летом. Поэтому какое-то подобие лесничества все-таки у нас присутствует. Вот. Ну, пойду по этому разрыву и вдоль него буду пищать. Может, рано еще. Прошел где-то от того места километр два, два с половиной, наверное, даже. Вот он, противопожарный разрыв, прокопанный. И погода, ребята, испортилась. Прямо на глазах, вот буквально с утра. Ну, вы видели, солнышко такое, прям красота. Сейчас нагнало облаков. Заволокло все, а бы еще дождь сейчас не пошел. И так, я смотрю, велосипедисты проехали с корзиночками. Видать, думают, что грибы прямо сейчас вылезут после такого ливня. Нет, это день-два должно солнце хорошее постоять, такой легкий морозец. Ну, кстати, с утра 3 градуса всего было тепла. Я проснулся, быстренько умылся, чайку и вперед. И вот, и, видимо, из-за этого перепады. Небо высокое, в принципе, но все заволокло. Прямо на глазах. Я увязываю это с перепадами температуры, то, что рябчики молчат, неактивны. Я сейчас буду идти вот вдоль вот этого рва противопожарного и пищать. Может, если где-то ответит, справа, слева, я смещусь сразу туда. Ну, а если нет, тогда вот по прямой. Ну, тут недалеко, километра полтора до железки. Пересекаем железку и изучаем тамошние места. А вдруг? Вдруг там рябчик есть тоже. По крайней мере, вот там мне не изучено вообще абсолютно тайга. Посмотрим. Ну, все, идем пищим. Да, вот такая вот изменчивая погода осенью. Куропатка, что ли? По куропатке, что ли, они бьют? Ну да, там поля. Может, с собакой по куропаткам охотятся. Не, ну это точно так. Это уж точно не по рябчику. Ну, сейчас попробуем. Это там далеко поля. Выстрел прямо, гаубица какая-то.
он здесь. Вот они, рябчики-то здесь. Их два. Выводок сидит штуки 4. Есть, ребята. Есть. Все-таки подлетел этот молодой петушок. Ну, красота. Ну что, пойдемте смотреть. Он там на эту сел. Ну так, тоже не особо-то удобно. Все, эти сейчас разлетелись. Ну, красота, ребят, да? Все-таки я его вытянул. А где-то он... На той, что ли, елке сидел? Что-то я его уже и не вижу. Где ж он есть-то? А, вот. Вот, ребят. Ну, смотрите. Петушок. Молодой петушок. Сейчас посмотрим на перья. Ой, да, еще вон. Много-много вот этих вот
черточек, черт полос. Это прям петушок этого выводка. Ну, смотрите, какой красавец. Ну, ребят, с полем. В общем-то, не пришлось мне железку пересекать. Все-таки из выводка получилось вытянуть птицу, чему я, конечно, очень рад. Вот такая вот прекрасная добыча у нас сегодня. Не все. Такая сегодня охота, ребят, получилась. Я надеюсь, вам понравилось. То есть, все-таки, по моему ощущению, вообще по наблюдению, все сдвинулось чуть ли не на месяц. То есть, сидят они еще выводками, даже не пытаются делить территории. Этого удивительно я вытащил. Вот он подлетел, но он и ближе всего сидел. Обычно вообще они не подлетают, когда вот их много, они сидят выводком, общаются между собой, то есть они так недалеко перелетают, но не ищут они пока для себя дележки территории или пары, формирование пар, поэтому и охота такая вялая, что называется, да и погода тоже. Давление прыгает, я рябчик на это, ну, по моему мнению скромному, реагирует. И погода здесь такое, я считаю, носит, ну, один из важных факторов. Плюс кормовая база, да. Ну, сейчас хорошо, хоть ливни начались, дожди, стало влажно, вода, но ягоды нет. Они сейчас березнячок, вот такие вот. Ольховничек кормится почечками, вот этими сережками. Ну, нормально здесь все с этим. Место хорошее. Я вот здесь добывал как-то рябчика. Это уже было... Кстати, это середина сентября была, и это был одиночный рябчик, такой профессор хороший. Оставлю вам тоже ссылочку в описании на этот фильм. Посмотрите, ну... Тоже там много грибников было. Ну, а сейчас, ну какие тут грибы? Они думают, что вот прям ливень прошел и все. Нет, так это не работает. Да, выдув, конечно, да. Самка, когда манишь, последний выдув, там не, вообще без разницы какой. В общем, ребят, иду я потихоньку обратно. С полем меня, вас, если добыли. Большущей вам удачи. Обязательно еще выберемся на рябчика, но я думаю, то ли ответ был, ну-ка. Уж показалось. Ну, он примерно с того сектора-то и отвечал. О, там какие-то на квадриках, что ли, или работы какие-то проводятся. Ну, там шум такой, механизации какой-то. С деревни, что ли. В общем, ребят, все, я закругляюсь, иду обратно. Увидимся с вами и на рябчика. Мы уже с ребятами. У нас запланирована поездка туда, вот, в тайгу. И уже там Илюха, и казанка там будет, и все. И Олежек тоже. Вот мы втроем походим, попищим там рябчика. Незнакомые места, но для меня-то они знакомы. В прошлом году и в позапрошлом я там был. И рябчика добывал. Так что не прощаемся. Пока, увидимся, ребят. И все-таки я его наманил. Все, пока, тайга.